Фотопросушка «Зеленая Россия». По таким именем прошла выставка фотографий, организованная городской библиотекой. В библиотечном сквере прошла выставка фотографий или фотосушка. Жители нашего города могли увидеть кадры, сделанные мончегорскими фотографами. Сегодня у нас в библиотечном сквере проходит фотосушка «Зеленая Россия». Она посвящена Дню России, который у нас отмечается 12 июня. Эта фотосушка проходит в рамках проекта «Зеленое движение», который поддержан Норникелем. Проводим мы уже ее не первый раз. В 2019 году у нас тоже была фотосушка. На эту фотосушку мы принимали фотографии в любом качестве, в любом количестве, но главное условие было, чтобы они были сделаны либо в нашем городе, в окрестностях, либо просто в других городах нашей страны. Помимо самой выставки, силами волонтерского движения были организованы подвижные настольные игры, а также книжный фримаркет. Любой житель нашего города мог обменять совершенно бесплатно свою книгу на любую понравившуюся. Здесь сегодня происходит фотосушка и фримаркет. Я участвую как волонтер и думаю, проголосую как обычный человек. Фотосушка – это слово, которое сейчас можно часто услышать, хотя сегодня оно приобрело другой смысл. А когда-то фотографы закрывались в ванной, смешивали реактивы и проявляли фотопленку в свете красной лампы и просматривали кадры, сделанные на старенький фотоаппарат «Зенит».